Мы сейчас с вами сделаем следующее. Gitmod. Возьмем это здесь кликнем, скажем Ctrl-P, смотрим еще, наверное, я думаю, так вот, если они дружелюбные, то вот так, и говорим Shift-D. И говорим P, отделяем и говорим, что это века. Веко. Да? К этому веку мы применяем сразу же определенный. Мы берем вот так. И говорим следующее. Ребята. Века, да? Теперь мы к нему применим модификатор солидный. И говорим, что он должен быть солиден. Где-то вот так, да? Ну ладно, не будем сильно уже делать. Скажем, следующий объект мод. Объект мод. И скажем set origin здесь. Смотрим сбоку, начинаем крутить R. А нет. Неправильно. Надо вот этот вот здесь поставить. Вот это, да? Все. Вот, да что ж такое-то, мы можем перенести, да запросто, на, получи фашист, гранату, и мы этому, ой, блин, перенесли, это обидно, да? Сейчас еще раз придется делать. Не тут. Ладно. Это режим. Оригинальная геометрия. Смотрим спереди или сбоку, неважно. И тащим это сюда. А сверху, если посмотреть, то мы ее тащим вот сюда. Вот, сразу переключаюсь сюда, чтобы не сбивать. Это, конечно, катастрофа. Так, теперь выделяем эту сферу. И говорим, что мы вокруг нее вращать должны R. Объект set origin тради курсор. Вот, и оно должно теперь так стать, как нам нужно. Так, R. И вот действительно мы так начинаем сейчас и докрутить, как нам нужно. Вот так. Нам надо все вот так. Можем угрожающе сделать. Такую. Можем нейтральную. Какая вам больше нравится? Давайте неправильно сделаем. Вот такую. Мало того, мы ее можем немножечко все-таки увеличить еще. И добавить к ней сабдивижнков.
Надо было это раньше сделать, до вот этого всего. Но очень хотелось. Так. Это, скажем, согласно. А здесь subdivision. Вот что я и говорил. Два. Достаточно будет. Ну, теперь пойдемте вот это с этим. А, нам надо две таких. Сейчас уберем отсюда все трансформации. Вот отсюда вот. Вот так. Reset Transform. Так, и Subdivision. Скажем, что мы удовлетворены полностью, да? Apply. И дальше мы должны сказать Mirror. Почему? А при чем здесь маска? Я выбирал Mirror. Вот он встал сюда, этот Mirror. И теперь я могу спокойно сказать этот и вот. Это одно целое, только Mirror надо подтвердить. Play. Ctrl-J. Вот так. Казалось бы, все слепилось, а не тут-то было, ребята. Почему? А потому что мы сейчас пойдем с вами Sculpt мод и видим, что это отдельный. Sculpt мод не поддерживает наше начинание. Нам придется еще раз сказать ремеш. Так, но не в этой, конечно, интерпретации. Назад. Так, посмотрим Ctrl-R. Это слишком мало. Тоже, скажем, 170 достаточно будет. И теперь же mesh. Ну, вот. Теперь он сделался, видите, небольшие там эти, которые мы спокойненько загладим. Так. Здесь тоже. И у нас это будет единое целое. Что, в принципе, мы и хотели, что нам и хотелось создать. Больше сделаем. Ну так ярко выражено. И здесь тоже. Думаю, что вот так будет хорошо. Единственное, что вот эту часть надо выделить. Здорово. Ну, почти готово. Это лучше, это враг хорошего. Вот так оставляем все. Так, потом еще вот здесь может быть. Если так не получается, у нас есть возможность вот так сделать.
перевести его и работать только вот с этой. F чуть меньше. Вот, выдвигать вот это вот. Превращать его. Вместить, давайте, в зуб. Нет, это не надо, это лишнее было. Хотя выглядит тоже неплохо. Такая клювоватая она. Пускай будет. Что нам осталось? Нам осталось... Секунду, еще маленько поправим. Вот так. Угу. Я думаю, в чем дело? Там X не включен, он ерунду мается. Глубину тут сейчас немножечко. F. В этом была вся проблема. Да что ж такое-то творится? Непонятно. Еще раз. Вот так. Так, да, так будет нормально. Тут мы еще клыки поставим. Пару острых зубов. Хорошо. Вот так. И Alt-M убираем. Тут заострить бы надо. Ну, пускай будет так. Пошли. Вот. Сделаем следующее. Мы возьмем теперь с вами следующее. Мы возьмем с вами. Что возьмем? Мы возьмем. Только не привязывать не будем. Возьмем вот тот же самый объект. Но мы возьмем капсулу. Вот. С капсулой будем работать. Немножко побольше, может быть. Так вот.
Хорошо. Делаем первый плавник. Почему меня в центре не беспокоит? Так, ладно. Выделяем. Кремедит мод. Сначала выберем вот это. И сделаем потоньше S. Теперь нам надо это дело расплющить. S по ИСУ. Вот так. Это будет базовым нашим предметом, мешем. Вот. Теперь это убираем. Здесь выделяем. Говорим, нет, тут надо все выделить. Все выделилось, да. Теперь говорим, Ctrl-R ставим. Ctrl-R. В чем дело? Вот оно. Ctrl-R. И делаем побольше их. Вот так, чтобы можно было этим делом управлять. Ну, а теперь ставим его на место, где он должен быть. Странно, он вышел. Не в середине, где положено. Так, G. Вот сюда. Разворачиваем. R сбоку ставим. Допустим, вот здесь ставим. И то же самое делаем Shift D. Здесь ставим. Разворачиваем R. Поменьше чуть S. Сюда. И еще один. Который будет вот тут. Поменьше, естественно. Не там немного поставил, но ладно, это простительно здесь. Никто не знает, как эта рыба выглядит на самом деле, которую я сотворил. Страшная такая. Так, и R по ИСУ, так, сейчас все верно. Ну, давайте пойдем посмотрим. Сначала выберем вот этот, пошли, скульптинг. Берем эту штуку, побольше, естественно, и начинаем ей командовать. Опять забываем святое правило X. Смотрим сбоку. Так, так вот, так, и вот так, и вот так. И вот загнули, конечно же. Вот оно должно было так стоять сверху, если смотрим, да?
Все верно. Вот это должна стоять живет здесь. Только после этого мы можем пойти в скульпт и сказать сбоку двойное побольше и начать с ней работать. Но прежде всего нам нужно это выделить. Вот это. Сколько? X. Теперь все будет нормально. Вот так она выглядит. Примерно. Так вот. Так, отлично. Где-то потоньше. Вот так. Замечательно, замечательно. Живите, верите, это восхитительно. Вот так даже сделаем. Интереснее будет. Так, теперь говорим, что нам нужен вот этот плавник. Идем к нему. И издеваемся над ним так, как хочется. То есть делаем вот так. Так. Но это слишком. Вот это выделяем. Скульпт. Ставим троечку. Делаем побольше чуть-чуть. Так вот. И начинаем с ним тоже работать. То есть он вот так должен выглядеть. По большому счету, да. Вот так он должен выглядеть. Так, да. И, конечно, потоньше. Есть. Далее последний плавник. Вот, вот этот. Идем теперь сюда, скульптинг. И добавляем его форму. Допустим, вот такую. Тоже говорим, что тоненькая должна быть. Все. А далее уже объект мод. Мы говорим, что вот этот должен у нас трансформации потерять, и mirror у него должен быть по цвету. Вот так. И мы видим, что это очень хорошо, но слишком большевато. Поэтому S. Нет, мы говорим объект. Это вот твой объект, и геометрия твоя S. Так, это тоже преувеличили немного. Опускаем вниз. Вот так. Ну и, соответственно, здесь S. И говорим, что тоже все потеряли Reset. Говорим, что это Mirror по X, он стал автоматом. И на этом мы его поблагодарим. Play. Все, теперь она готова. Единственное, что надо ремеш сделать. Сколько времени? 24 минуты. Ну, то есть я иду сюда. Скульптинг. Говорю ремеш. Это жесткий ремеш. Говорим. А, подождите, ремеш. Видмод. Это и вот это. Мы их выбираем вместе, берем Ctrl-J. Все, они совместились. И теперь мы идем уже скульпт мод.
Вот видите, они разного цвета. Так должно быть. И говорим ремеш. Он считает там свое. Сейчас просчитает. Все, ребята. Теперь берем гладилочку. Разглаживаем тут все. Заодно берем эти швы. И рыба у нас с вами готова. Можем приступать к раскраске. Но это уже совершенно другая история. На этом мы с вами попрощаемся. Спасибо за внимание. Ну, я еще, знаете что, я еще поставлю здесь эти клыки, здесь еще поставлю, и все. И буду раскрашивать. Ну, возможно, я вас позову еще в кейшот. Не знаю, подожди. Так, на этом все. До свидания. Пока.